Мне стало ясно, что ты была права, когда бросила меня. Я, к несчастью, ошибся почти во всем. Только в одном я был прав, что полюбил тебя. Поэтому я тебя отпускаю. Привет. Привет. Спасибо, что открыла дверь, учитывая обстоятельства. Слушай, есть много того, что я мог бы сказать. Но сейчас важно лишь то, что я сожалею. Спасибо. Ревность ослепила меня. И я... Мне стало обидно, что тебе нужен был собеседник. И это был не я. И я знаю, ты это заслужила. Ты должна разобраться сама. И будь я на каплю умнее, то, верно, никогда не отпустил бы тебя. Но, похоже, тебе это нужно. И я тебя отпускаю. Прощай, Бек. Оказывается, все точно как в кино. В ту же секунду, как все заканчивается, ты вспоминаешь, почему, собственно, ты влюбился в нее. У тебя в голове проносится монтаж самых романтических моментов, отравляя ее сладким ядом. Все чувство. А мне нравится. Я никогда раньше такого не чувствовал. Не знал, что можно любить недостатки другого так же сильно, как и достоинства. А может, даже немного сильнее. Любовь — недостаточно емкое слово. И иногда оно меня пугает. Зачем любить кого-то так сильно и не получать любви взамен?